А вот республиканская мини-футбольная сборная провела беспроигрышный второй тур на первенстве России среди команд первой лиги зоны ЮФО-СКФО. В поселке Мостовской Краснодарского края наша команда выиграла 4 матча у соперников из Донецка, Астрахани, Краснодара и коллектива из поселка Мостовской. Разница забитых и пропущенных 21-6. Лучшим бомбардиром нашей сборной стал Ильдар Болотин. В его активе 7 мячей. Следующий, третий тур пройдет в Элисте. Соперниками нашей сборной станут команды Уралан Элиста, Гвардеец Донецк, Гранд Таганрог, Спартак Донецк и АЦР Астрахань. Напомним, в турнирной таблице первенства России по мини-футболу среди команд первой лиги зоны ЮФО и СКФО после второго тура сборная Дагестана расположилась на 6-м месте, набрав 12 очков.